Всем привет, друзья! Вы на Бандикут Шоу ТВ, с вами я, Мамикадин. И сегодня речь пойдет о вкусняшках по Angry Birds. Все мы играли в Angry Birds, и я это точно знаю, потому что все пацаны примерно с годов 2011 по 2014 играли в Angry Birds. Ну, кому, кто старше 11, думаю, знает. Вот, а сейчас идет речь о вкусняшках по Angry Birds. Итак, поехали. Итак, на первое место я, конечно же, ставлю мармеладки Angry Birds от компании Fazer, которые поступили в продажу в Финляндии, США, Канаде и в некоторых странах Европы в летом 2013 года. А в Россию они поступили в продажу где-то в конце 2013-го. Ну, в Россию всегда заводят не самые быстро. А в итоге потом эти мармеладки сняли с производства. И попробовать их уже никак нельзя. А, к сожалению, эти мармеладки я так и не попробовал. Это просто моя мечта детства, можно сказать. Эх, попробовать мне не суждено их, видимо. Ну, а следующий продукт я ставлю на второе место. Это, конечно же, газировка Angry Birds. Думаю, многие ее пробовали. Даже у Марка, он говорит, что она продается в магазине недалеко около его дома. И там банка типа помята, и лежит она, наверное, там с 2013-го. Я даже просил его отправить, может, мне по почте, но их уже там нет. В общем, попробовать газировку Angry Birds мне тоже не суждено. Сейчас у нее поменяли дизайн, но до сих пор в наших магазинах я ее так и не вижу. Возможно, где-нибудь в метро или в ленте эта газировка есть. Когда я пойду в этот магазин, я думаю, я проверю. А следующее – это жевательная конфета. Жевательные конфеты Angry Birds. Их я тоже помню. Сейчас у них тоже изменили дизайн, как, в принципе, и у всех практически продуктов Angry Birds. Ну, в общем, и стали они тоже какими-то не такими. А следующий продукт – это соки. Соки Angry Birds, я думаю, многие их знают. Они продавались, по-моему, в магазинах Лента. Ну, в других магазинах я их не помню. Если что, поправьте меня в комментариях. А сейчас у этих соков тоже изменили дизайн, как обычно. И они тоже стали не такими вкусными. А сейчас я их тоже не вижу в продаже. Следующее, что я помню, это не совсем вкусняшки, а влажные салфетки Angry Birds. Ну, я даже не знаю, как. Ну, они продавались у нас в магазине Рубль Бум, по-моему. Ну, это уже магазин. Ну, я думаю, некоторые его знают. Вряд ли вы его знаете, если вы в Нижнем Новгороде не были. Ну, в общем, такой вот магазин, он в основном хозяйственный, но и салфетки там тоже эти продавались, и стоили эти салфетки дороже, чем обычные. И я не помню, как часто мы покупали эти салфетки, но как-то, по-моему, в магазине Spar, когда мы ходили на пикник, мы купили эти салфетки, и они были розовые, там, где Red девочка. Я думаю, кто видел, тот знает. Если что, вот на экране они. А следующий продукт это... Что поставить следующее, я даже не знаю. Точно, чипсы. Чипсы Angry Birds. Они от фирмы Lux. И еще они продавались вот в таких вот пачках. Было три вкуса со вкусом сметаны и лука, со вкусом сыра, по-моему, и со вкусом колы. Да, это очень странно, но я даже не знаю, я не пробовал со вкусом колы, я пробовал только со вкусом сметаны и лука. А так мне довольно
со вкусом сметаны и лука, в принципе, самые обычные чипсы, не буду говорить, что они какие-то чудесные. Сейчас их, по-моему, тоже сняли с производства. Что же, вот, в принципе, и подходит наш выпуск к концу. И еще как бонусом могу рассказать про шоколадные яйца. Это, наверное, последнее. В киндер-сюрпризах тоже попадались игрушки по Angry Birds, но у Ровио и свои яйца. Как бы это пошло не звучало. Но вот эти вот яички некоторые выпускала компания Fazer, тоже финская кондитерская компания. А остальные мне покупали в магазине Spar, и они были, по-моему, уже от русского производителя. И, в принципе, это все. Ну и сейчас этих яиц уже тоже нету. У меня даже остались из них игрушки. Вот они. У меня с ними связана одна не очень приятная ситуация в садике, но я ее расскажу как-нибудь в другой раз. А так, это, наверное, были самые лучшие вкусняшки, которые я когда-либо видел. Сейчас этих яиц, кстати, уже нету тоже. Но сейчас есть какие-то sweet box коробочки, в которых есть мармеладка и фигурка по Angry Birds. Ну, это печально, что сейчас все эти вкусняшки либо изменили дизайн, либо их вовсе убрали. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Вы были на Bandicoot Show TV.